Всем большой привет! Я сегодня получила очередную коробочку сервиса New Beauty Box. Такое красивое оформление. Каждый раз очень нравится мне оформление. Оно всегда разное. Эта коробочка сделана, собрана совместно с блогером Татьяной Стреловой или Стреловой. Я, к сожалению, не знаю, как точно ударение ставится на фамилии. Вот такая красивая, чем-то девушка похожа на мою сестренку родную. Поэтому она мне, наверное, особенно понравилась. И, как всегда, единственная сегодня не розовая, а такая бордовая бумага. Очень-очень приятная. Вот такое приветствие. Приятно быть красоткой, которая открывает эту коробочку. Давайте смотреть, что же было внутри. Когда я только открыла коробку, я сразу, конечно, воскликнула: «Вау, это то, что надо!» Пришла новинка, для меня новинка, по крайней мере, это сухой шампунь. Вот так называется он. Он мне чем понравился, давайте я сразу достану вот брошюрки. Первая брошюрка — это само приветствие от Татьяны. Может быть, кто-то смотрит ее канал, подписан на нее. Вот так она обращается. И вторая была вот такая брошюра. В брошюре описаны 5 средств, но на самом деле в ней было намного больше, и я сейчас подробно все покажу. Давайте я обращу внимание на этот сухой шампунь, который приехал. Как я поняла, мог приехать любой из 3 вариантов, которые здесь стоят. Мне достался вот такой прям позитивный, красивый и интересное описание. По описанию это то, что надо. Не оставляет белого налета. Можно даже на сухие волосы, на чистые, наносить для объема. И тогда он будет придавать объем. Это очень-очень здорово. Не каждый сухой шампунь не просто очищает волосы, но и придает объем. Это полноразмерная версия, 200 мл, цена 590 рублей. Мне кажется, для сухого шампуня это неплохая цена. И вот здесь вот тоже есть описание. Я его не открывала, но обязательно потом расскажу, когда открою. Следующее, вернее, даже первое, что вообще было здесь, это крем. Давайте поближе покажу этот крем, что на нем написано. Должен быть легким, увлажняющим. Немножко питать. И благодаря тому, что сюда входит гиалуронка, то он должен немножко и быть полезен для возрастной кожи. Вот так выглядит сама упаковка. Не знаю, тут где-нибудь, наверное, есть объем. Сколько баночки миллиграмм. Я его уже открывала. Он вот так. Полная-полная баночка. Давайте сейчас я вам так с крышки покажу. Ну, я бы не сказала, что он прям совсем легкий. Его чувствуется. А увлажнение, мне кажется, даже видно. Косметический такой, приятный косметический аромат. Ну, я с удовольствием попользуюсь. У меня сейчас дневной крем заканчивается, и я думаю, воспользуюсь им. Ну, а вам уже расскажу чуть позднее. Переворачиваем страничку. Здесь первое идет карандаш для губ. Давайте поближе покажу. Фирму видно вот здесь, сверху написано. Вообще такой карандаш нужен в каждую косметичку, когда не нужен цвет, но нужен сам контур. Вот так он выглядит. Это Ева Мозаик. Я не знаю, тут оттенок где-нибудь на самом карандаше написан или нет, но скорее всего вот на этой вот упаковке он был зафольгирован в слюде. И вот так выглядит оттенок. Если он действительно будет придавать объем губам, то это здорово. Смотрите, у него даже такое свечение есть. Его можно наносить, как, ну, вы, наверное, прочитали, индивидуальные средства, так и под помаду.
Вот такой вот он, симпатичный. И те, кто любит светлые помады, которые, может, выбеливают губы, то этот карандаш будет замечателен под них. Следующее, что было, я очень была рада. Это такой замечательный оказался крем для рук с моим любимым ароматом розы. Я из тех немногих, кто очень любит аромат розы. Давайте также я поближе покажу, что написано об этом креме. Он идет, как я поняла, даже антивозрастной, потому что борется даже с возрастающими, с возрастными изменениями на руках. Класснючая коробочка. Не стала я вынимать, думаю, откроем вместе. Давайте и тут покажу все, что нашла. А, вот тут объем есть. И вот так открывается коробка. Очень приятно. И сейчас мы достанем крем. Прям хочется такая упаковка, что хочется ее даже за собой закрыть. И вот так выглядит крем. Моя любимая крышка. И зафольгирован. Пахнет розой через упаковку. Вкусно, вкусно, вкусно. Прямо вот роза, которая в парфюмах. 50 грамм в нем. Не маленький флакон, не 30 миллилитров. Это замечательно. И последнее, что было представлено в этой брошюрке, но далеко не последнее, что лежало в коробочке, это тени. Я тени-маньяк. Компанию или фирму такую я даже и не знала. Мира. Это итальянская фирма. Давайте вот так покажу. Оттенок мне достался универсальный просто. Его можно использовать как базу под макияж, так и как самостоятельное средство, как тени. Пришло вот в такой красивой коробочке. Давайте в коробочке я покажу информацию, потому что здесь есть артикул. В них 2 грамма. Вот такой артикул в этих тенях. И, собственно, посмотрите, какая красота зеркальная. Сейчас вся моя кухня будет как на ладони. Зеркало не только отсюда можно видеть, но и, представляете, для однушки зеркало еще есть и с этой стороны. Вот такой красивый-красивый розовый оттенок с блестками. Давайте посмотрим. Это такая нежность, уходящая в персик. Мне кажется, макияж будет очень-очень красивый. Можно одни эти тени, а можно их добавлять. Ну, даже вот одного касания хватило. И на пальцы хорошо передались. И смотрится очень-очень красиво. Ой, я такая радостная, если честно. Вот такая красота приехала. Дальше. Давайте я буду показывать уже то, чего нет в описании в этой брошюре. Так, куда мы их положим? Давайте вот сюда, чтобы они так фон создавали. Очень была я рада, ко мне приехала тушь от Divage 90-60-90. Вот такая у нее щетка. Если вы не против, я ее пока не открою, потому что открытые туши есть. Но видно, какая щеточка. Очень рада я этой туши. Вот здесь есть информация о ней. Так, срок годности. Вместе давайте посмотрим. Ну, достаточно. Она еще свеженькая, поэтому может полежать и немножко меня подождать. Мини-версия приехала ко мне от Natura Siberica. Это шампунь для всех типов волос. Обещает объем и уход. Вот так тут все написано. И в нем 50 миллилитров. То есть хватит на несколько раз, потому что я подстриглась, многие знают. Аромат свежей травки, зелени такой. И по гущине он вот так
ну, средней гущины, можно так сказать. У него удобная крышка, помпа. И сам тюбик хорошо прогибается, потому что в прошлый раз я мучилась с шампунем, который был очень густой, не давилась совсем упаковка, мне просто пришлось наливать туда какое-то количество небольшой воды, чтобы это взболтать, и шампунь как-то извлечь из пузырька. Вот. От Керасис у меня как-то было такое. И еще было два вот таких саше. Первое. Так, какой-то гидрокрем, да? У меня с языками не очень. Давайте я вот так покажу, кто с языками дружит. А, вот, все, можно даже не дружить с языками. Крем для кожи вокруг глаз. Это замечательно. Обязательно потестирую. Вообще, все, что касается области глаз, меня всегда интересует. Тут еще и с красным крестиком, поэтому я так думаю, стоит того, чтобы потестировать. И вот такой гиалуроновый гель для лица тоже можно потестировать от доктора Стэм, как я понимаю. Но тут тоже есть небольшая информация, можно посмотреть. Это то, что было как наполнение коробочки, но второй раз ко мне приезжает с индивидуальными скидками каталог Bon Prix. Правильно, да, я, наверное, читаю. Вот так вот он выглядит. И снова тут такие классные вещи. В прошлый раз я прям листала. Мне казалось, что все тут лично для меня подобрано. И сейчас я тоже смотрела. Но настолько классные вещи. Кстати, очень многие подписчики мне написали, девочки, что заказывают и вещи нравятся. Единственное, что здесь нужно с размером быть внимательным. А вещи, ну, реально очень красивые. Прямо можно выбрать и купить. Вот так. Ну, я весь не буду листать, просто хочу показать, что действительно вещи достойные. Вот так. Такой девушкой. Супер акция, которая каждый каталог, каждую вот коробочку я говорю, что если вы будете заказывать себе коробочку на этом сайте New Beauty Box, можно в комментариях к своему заказу написать мой ник, Лана Светлана, и тогда дополнительную миниатюру обязательно New Beauty Box положит в подарок. А я, согласитесь, это очень приятно, если что-то будет из незаявленного. Например, сегодня я была очень рада тому, что так много средств тут оказалось, которые не заявлены в буклете. Но я думаю, они сюда и должны входить, по крайней мере, тушь и шампунь, потому что 5 средств обычно не попадают, 7 примерно попадают в коробочку. А вот это у меня оказалось дополнительным. Но я свой ник не писала, поэтому вы напишите, и вам еще что-то сюда обязательно попадет. А я, наверное, с вами прощаюсь. Напишите, интересно ли для вас такое наполнение коробочки. Мне очень интересно, потому что для меня сухой шампунь, крем для рук, крем для лица, тени, которые я просто обожаю, ну и оттенок мне очень понравился. Ну, вот все прямо. Я рада, на самом деле рада. Единственное, ну, шампунь, я не скажу, что я прям дико рада, но если он есть, то пусть будет, я с удовольствием его истрачу. Ну, а все остальное, это прямо здорово для меня. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Ссылку на сайт я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Коробочки можно выбрать под свой вкус. Там разные варианты предлагаются, поэтому выбирайте уже сами, какая нравится вам. Ну, а я уже точно прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока.